Заглянуть в мир телевидения и увидеть его изнутри удалось школьникам из Малаховки. Ребята посетили телеканал ЛРТ, где их ждала увлекательная экскурсия. Что больше всего впечатлило гостей, расскажет Анна Троян. В эфире новости в студии Поваляева Дарья. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Коротко о главном. В работе регионального канала предстояло узнать восьмиклассникам из 52-й школы. Самым смелым удалось почувствовать себя ведущим новостей и понять, что читать новости в эфире не так-то просто. Чтобы прочитать правильно текст, нужно знать, какие слова ударные, какие слова главные. Но прежде чем текст попадет в суфлер, его нужно написать по всем законам тележурналистики. Как брать интервью, собирать информацию и где черпать вдохновение? Гоша на монтаже подкладывает на зеленый фон уже нарисованную графику. Это, естественно, как бы все сделано руками монтажера. И если корреспондентов гости не застали на рабочем месте, то в монтажном отделе они узнали о настоящих чудесах. Главные колдуны телевизионной вселенной раскрыли ребятам, как реализуется ежедневное волшебство, как работает зеленое полотно, хромакей, сливается в единое целое видеоряд, графика, звук и титры. Работа этого отдела впечатлила ребят. Я, конечно, знала, что в монтаже все сложно, но оказалось, что сложнее. У людей такая ответственная работа, и я боялась что-то сбить, когда была в комнате, находилась там, что-то задеть, вдруг, не дай бог, собьется. Раньше я думала, что и вправду в студии в такой стоят, а оказывается, все совсем по-другому. Совсем не так, как думали школьники, выходят новости в прямой эфир. В самом сердце телеканала, в аппаратной, гости узнали, как попадают фильмы и программы в телевизор и люберчан. Выпускающие режиссеры рассказали ребятам о тонкостях технических, а уже в кабинете директора их ждали истории практически из профессиональной жизни журналистов. Наша задача, конечно же, двусторонний формат делать, чтобы все стороны смогли в этом сюжете высказаться и рассказать. Поделились своими впечатлениями от насыщенного дня и гости канала. После экскурсии школьники задали интересующие их вопросы и ушли домой с багажом знаний о работе телевидения. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.